Здравствуйте, вы смотрите новости 7 канала, в студии Евгений Петренко и главные темы к этому часу. Я думал, они холостые. Почему вы были уверены, что они все холостые? Ну, они, потому что я в армии служил, выглядели как холостые. В армии у нас такие давали. Стрелок с аэровокзальной арестован. Стали известны подробности пятничного происшествия. Перекрыть все пути. Плохо это. К этому плохо. Пробки, наверное, будут. Я так думаю. Ну, не знаю. Зачем перекрывать, не знаю. Тихие зори могут отрезать от улицы Свердловская. Удобный проезд мешает железнодорожникам. Его могут закрыть. Вышли против вышки. Мне сказали, вы можете шуметь в своем чате сколько угодно. Но антенну эту установят. Жители Солнечного взбунтовались и прогнали рабочих, которые попытались установить антенну сотовой связи. Докопаться до фекалий. Дети пошли в туалет при смывании, все, то есть фекалии, все то, что вот сходили, оно полезло вверх. В Покровке людям приходится перекапывать землю в поисках септика. Рабочие сравняли его с землей, и теперь дома топит сточными водами. А теперь обо всем подробнее. Отопление в Красноярске могут дать уже на этой неделе. Об этом глава города Владислав Логинов написал на своей страничке в Телеграм. На мысль включить тепло пораньше мэра натолкнули горожане, оставлявшие комментарии под его постами. Мнение людей разное, но прогноз на ближайшие дни надежду на потепление не дает. Точную дату старта отопительного сезона глава города пока не назвал, но сообщил, что в детских садах и школах батареи уже теплеют. К теме готовности к отопительному сезону мы еще вернемся, а пока о погоде. На этой неделе будет сыро и прохладно. Завтра днем воздух прогреется всего до плюс 10. Дождь не ожидается, но будет пасмурно. Возможны сильные порывы ветра. В среду в течение дня возможны небольшие осадки, сохранится ветреная погода. Днем до 9 градусов тепла. В четверг ветер стихнет, но дождь продолжит лить. Обещают, что немного потеплеет до плюс 11. В пятницу сохранится такая же погода, разве что днем будет на 1 градус теплее, чем накануне. Суббота может оказаться самым теплым и ясным днем. Переменная облачность без осадков плюс 14. В воскресенье снова ожидается небольшое похолодание, правда, осадки пока не прогнозируют. Больше 15 тысяч жителей микрорайона Тихие Зори могут остаться без прямого выезда на улицу Свердловская. Все из-за железнодорожного переезда, который планируют перекрыть. Об этом попросили в КрасЖД и с их просьбой согласились в мэрии. Но местные жители и общественники не согласны, ведь дорога очень важна для жителей огромного района, дома в котором продолжают строить. Чем не угодил проезд железнодорожникам, узнавала наша съемочная группа. Скоро светофоры, предупреждающий сигнал на этом переезде могут уже не понадобиться. Единственную дорогу, связывающую микрорайон Тихие Зори с улицей Свердловской, решили перекрыть. Эта новость возмутила многих местных жителей, которые ежедневно пользуются удобным маршрутом. Плохо это. К этому плохо. Пробки, наверное, будут. Я так думаю. Ну, не знаю. Зачем перекрывать, не знаю. Ну, бывает пробочно. В выходные дни мост полностью стоит. Ну, как бы, люди выезжают на дачи там или куда-то там. Вот, в этом, как бы, это спасает. Переезд бы спасал. Если его, конечно, закроют, это печально будет. Буквально за полчаса через переезд проехало около сотни машин. И это в полдень понедельника. Стоит только догадываться, какой трафик здесь в утренний и вечерний час пик. Этот короткий переезд любят не только жители Тихих Зорь, но и те, кто приезжает на любые события в Платинум-арену. Ведь это банальная экономия времени. Доехать с улицы Лесников до Свердловской можно меньше, чем за 2 минуты. Но теперь этой дороги могут лишиться не только обычные автомобилисты, но и машины экстренных служб. А значит, любая авария на Николаевском мосту может просто парализовать движение в микрорайоне, где уже сейчас проживает больше 15 тысяч человек. Есть массовое обращение жителей, которые выступают против перекрытия, но мэрия продолжает настаивать, что перекрытие возможно. Я очень надеюсь на здравый смысл. Мы помним, что там буквально месяц назад на мосту произошла крупная авария, и просто мост стал колом.
А значит, въезжать и выезжать в большой микрорайон не получится. Мы помним крупный пожар, который был на складах, который находится там же, в районе улицы Лесников. И мы помним, как тяжело оперативным службам туда заезжать. Должен быть, соответственно, резерв. Как оказалось, против этого проезда выступило Федеральное министерство транспорта. И связано это с долгожданным открытием развязки, связавшей Тихие Зори с Пашинным. Наличие железнодорожного переезда на Лесников вступило в противоречие с требованием приказа Минтранс РФ, согласно которому железнодорожный переезд подлежит закрытию, если на расстоянии менее чем 3 километра от него есть действующая альтернативная возможность для проезда автотранспорта. В данном случае автомобильная развязка находится в 100 метрах от железнодорожного переезда. Правда, как дорога в Пашины связана с выездом на Свердловскую, непонятно, ведь это абсолютно разные направления движения. Но именно на этот приказ Минтранса ссылаются и в администрации города. Там закрытие переезда согласовали буквально за один день. По результатам рассмотрения обращения администрации города, учитывая доводы РЖД о нарушении требований приказа Минтранса России, необходимости обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре, был отправлен ответ о том, что возражений против закрытия переезда нет. Правда, перекрыть переезд можно только после разработки проекта организации дорожного движения и согласования его в надзорных органах. Но в госавтоинспекции нам рассказали, что никакого проекта они еще не видели. При этом уточнили, что никаких дорожных происшествий с работой переезда за последние 5 лет зафиксировано не было. Были на месте и сотрудники транспортной прокуратуры. Железнодорожный переезд в районе улицы Лесников Красноярской транспортной прокуратурой проверялся в рамках проверки состояния железнодорожных переездов города Красноярска. Прокуратурой были выявлены нарушения, связанные с частичным отсутствием направляющих устройств на указанном переезде. Представление требования о закрытии переезда не ставилось. Также в ведомстве уточнили, что окончательное решение о закрытии может принять только владелец транспортной инфраструктуры. В случае переезда – это РЖД. Но когда там подготовят проект и пройдет ли он согласование на всех уровнях, еще непонятно. А значит, у жителей микрорайона еще есть надежда на то, что без полюбившейся дороги их не оставят. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. Стрелка с улицы Аэровокзальной отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание за такой проступок – до 7 лет лишения свободы. Напомню, в пятницу мужчина начал стрелять из охотничьего ружья с балкона дома на Аэровокзальной. Район тут же оцепили сотрудники полиции. Людей долго не подпускали к дому. Выяснилось, что стрелок не живет в этом районе. Он приехал выяснять отношения со своей бывшей женой, предварительно приняв на грудь для храбрости. Дома между ним и женщиной возник конфликт, и мужчина схватил ружье своего бывшего тестя. Жене и ее отцу удалось выбежать на улицу. Тогда стрелок вышел на балкон и начал беспорядочно палить. Когда его задержали, он рассказал, что принял патроны за холостые. Вы не в состоянии алкогольного опьянения? Да, я был в состоянии алкогольного опьянения. Навык обращения с оружием у вас профессиональный? У вас есть в собственности оружие? Нет. Почему вы были уверены, что они все холостые? Ну, они, потому что я в армии служил, выглядели как холостые. В армии у нас такие давали на стрельбище. Жители многоэтажки в Солнечном отстояли свою крышу. Красноярцы выступили против того, чтобы у них над головой установили оборудование для сотовой связи. Люди заставили уехать рабочих с автовышкой, но боятся, что те вернутся снова. Сами жители говорят, своего согласия на установку антенны не давали. Подробности в нашем следующем сюжете. Давайте так, я монтирую, она будет стоять там, но она не будет монтироваться, пока вы не поднимете. Техника внезапно появилась сегодня во дворе этого дома. Сразу десятки сообщений в чате собственников. Никто не в курсе, что рабочие собираются делать и зачем для этого целый автокран. Мы, естественно, быстренько в чате, давайте выходите, как-то это дело все тормозить. На что мы вышли, этот кран, я тут кое-как через его эти ноги перешла. Ни ограждения, ничего. У нас дети, в школу ребенок идти. Ну, это вообще какой-то кошмар. На связь вышла председатель дома. Оказывается, на крыше появится оборудование для сотовой связи. И она это решение согласовала. Вот только собственники квартир сильно против. Мол, что это за оборудование, быть может, еще и опасное. Мы предлагали им, поставьте вот над управляющей компанией, где офис там, вот туда, на тот дом, поставьте эту вышку. Зачем на нашу ставить? Прямо над ними. И пусть сидят. Дозвониться до управляющей компании сразу оказалось не так просто. Но те, кто смог, ответ получили неутешительный. Мне сказали, вы можете шуметь в своем чате сколько угодно. Но антенну это установят. Утренняя борьба за крышу, говорят люди, стала последней каплей. Жильцы рассказывают, в совете дома у них всего 2 человека, которые и принимают все решения, и с ними многие не согласны. Так, например, в этом году подняли тарифы. Собрание проходило с нарушениями жилищного законодательства.
Бюллетени не были разосланы. Собрание имело количество собственников человек 10. В связи с тем, что были летние отпуска, люди были на дачах и не могли присутствовать при решении этих вопросов. И хоть жильцы переживают, часть оборудования все же успели доставить на крышу. Но люди настроены решительно. Вызвали полицию, уже сегодня брали штурмом местный филиал управляющий. До главного офиса пока дозвониться не смогли. Сегодня рабочие отступили, но завтра могут вернуться. Бороться с ними можно. Собранием собственников люди могут избрать новый совет дома. А в службе стройнадзора рассказали, что решение прошлого совета можно обжаловать в суде. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал. Школьник упал с 5-го этажа при загадочных обстоятельствах. Это произошло в Назарове. 12-летний кадет пришел в гости к своей подруге. В какой-то момент он почувствовал себя плохо и прилег на диван, а затем вышел на балкон подышать воздухом и упал вниз. По некоторым версиям, перед тем, как ему стало плохо, он по ошибке выпил самогон. Следователи не исключают, что падение с балкона не обошлось без участия подруги школьника. С переломами и ушибами ребенок доставлен в больницу. Сейчас полицейские опрашивают всех причастных, в том числе родителей детей. Красноярского полицейского задержали за взятку в криптовалюте. По версии следствия, замначальника управления экономической безопасности краевой полиции вместе со своим подчиненным крышевали подпольное казино. За это владелец игорного клуба периодически переводил им деньги. Общая сумма составила 345 тысяч рублей. При этом, чтобы скрыть следы преступления, деньги переводили на криптобиржу, а уже после обналичивали. Тем не менее, этот трюк раскусили. Замначальника отдела и его подчиненные задержаны и заключены под стражу. 9,5 лет в колонии строгого режима получил гражданин Киргизии за убийство, совершенное еще в прошлом веке. Все это время он скрывался у себя на родине, но в итоге его выследили и задержали в Москве. Как рассказали следователи, в 1995 году он приехал в соседнюю Хакасию, чтобы торговать одеждой, но бизнес не пошел. Тогда он решил вернуться на родину, а деньги на дорогу хотел украсть у знакомого предпринимателя. 8 марта 1996 года он пришел к нему домой, но дверь открыла родственница бизнесмена. Незваный гость убил ее и забрал все деньги, которые нашел – 3 200 000 неденоминированных рублей. 3200 по сегодняшнему курсу. В 90-е следователи не смогли выйти на него. Но спустя почти 30 лет делу снова дали ход и нашли виновного. И он во всем сознался. Ну, какой предмет взял, я не помню, что это дерево или металл. Так взял, так там, наверное. Покажите, как вы удары нанесли. Вот так. Так, от удара что дальше было? Она вот упала сюда. Вы смотрите новости 7 канала, наш телефон 2-900-333, а мы продолжаем выпуск. Докопаться до фекалий. Жители Покровки пытаются отыскать септик, который сравняли с землей при сносе соседнего дома. Из-за этого их дома топит зловонная жижа. Лопатами вооружились даже школьники. Репортаж с места событий подготовила Мария Зарукина. За что мы платим тогда за водоотведение? Вот объясните мне, пожалуйста. Краском. Это Краском. Краском, вот у нас квитанция. Вот она, квитанция, все есть. Краском. Последний месяц. Деньги получаете, не удивляйтесь? В удивлении и далеко не безмолвном не только жители Покровки, но и диспетчер коммунальщиков. 4 дня люди без воды и туалета. Я как бы многодетная мама, у меня 5 детей. Дети пошли в туалет при смывании, все, ну, то есть фекалии, все то, что вот сходили, оно полезло вверх. Набирается полная. Позвонили в службу краскома. Первая бригада не могла приехать на протяжении всего дня, начали звонить с утра, а приехали уже в 10, в 11 часу. То есть не подходя к колодцам, объяснили, что машина не предназначена для откачивания. То, что шланг 5-метровый, он не дотянется до туда. Чтобы дотянуться и все откачать, было решено сносить забор. Но коммунальщики не стали ждать. Пообещали жителям прислать еще одну машину. В итоге мы все это разобрали, все это утоптали. А ни машины, никого нету. То есть краском сказал, что машин нету. Какой-то там у них праздник, и все разбежались и разъехались. Получается, возле дома стоит септик, и здесь септик.
Получается, вот мы как бы отвечаем за свой. 20 метров идет. Мы отвечаем за них. А остальное краском. Краском даже не шевелится. Звонили. Смысла нет. Проблемы начались после сноса дома по соседству. Он стоял прямо в этом поле. Колодец, куда стекает содержимое септиков от двухэтажки, после сноса завалили глиной. Говорили бригадиру непосредственно, кто принимал участие в этом сносе, да? И все равно, то есть получилось по-хамски, как бы отнеслись, снесли, зарыли, и на этом все. Сегодня они приезжали сдавать вот этот объект, и приезжал администратор. За услугу водоотведения, согласно документам, жители Покровки платили регулярно. Водоотведение, водоотведение. Но теперь не выдержали. Звонят в прокуратуру. Объясните, куда нам, что делать? Краскон отказался от нас вообще. Они сказали, типа, вы сами ищите, мы будем откачивать. Вон дети работают, ищут за место них. Мы платим. И правда, в поле глины орудуют 16-летний Леша со своим старшим братом. Но пока успехов нет. Мы вот, получается, так вот пробивали и смотрели, то есть по звуку слушали. То есть вот, если звук есть, допустим, железо, то сразу понятно, что вот, допустим, значит, здесь люк. Сколько вам лет? Мне полных 18. В краскоме объясняют, водоотведение в их случае означает, что краском лишь принимает стоки и очищает их при попадании в Енисей. Если бы был договор по откачке септика, то так бы и было указано в платежке. И не было бы услуги водоотведения. По данному адресу отсутствуют муниципальные сети водоотведения, который бы обслуживал краском. Также жители не представили в краском договор со специализированной организацией на откачку септика. Поэтому им и выставляется услуга водоотведения, поскольку в любом случае сточные воды, которые они производят, необходимо очистить для того, чтобы вернуть их назад в природу без ущерба для нее. Кроме того, краском не засыпал колодец. Это сделали строители при сносе дома. Теперь жителям Полярной нужно обращаться в департамент горхозяйства. Мария Зарукина, 7 канал. 8 квадратных метров в старом общежитии. Такое временное жилье после сильного пожара предложили семье с двумя детьми в Березовке. Мы рассказывали об этой семье, которая осталась без крыши над головой после пожара. Огонь на их дом перекинулся от соседей. Выгорела крыша. Теперь, когда идут дожди, здание затапливает. Чтобы накрыть крышу, нужен автокран. Финансовую помощь, которую, со слов погорельцев, им обещали в администрации на прошлой неделе, так и не выдали. Адресную помощь от соцзащиты также еще не утвердили. Подать заявку на компенсацию ущерба в страховую семья все еще не может из-за того, что нет нужных документов от МЧС. Сегодня глава семейства обратился в прокуратуру. Люди боятся, что из-за постоянных дождей дом начнет гнить и спасать им уже будет нечего. Все 11 дней просто ничего не сдвиглось. Ни с какой мертвой точки. Предложили только 8 квадратных метров в общежитии, которое аварийное. Ну, это бред, я считаю. Это, ну, я не понимаю, что мне дальше делать. Просто уже эмоции, уже на взводе. Жена на таблетках сидит, дети в шоке просто. Ну, это для них это стресс. Это для меня, как для взрослого мужика, тоже уже переходит в стадию стресса. Я не понимаю, что мне дальше делать просто. Куда обращаться, куда звонить, как кричать. Ни до кого не докричаться. Везде тупо двери закрыты. Подготовка к отопительному сезону завершается по всему региону, но есть еще участки, где ремонт теплосетей продолжается. Сегодня главы районов Красноярского края, энергетики, отчитались о готовности к зиме и проделанной работе. Когда ждать тепло в квартирах и все ли сделали для того, чтобы включить отопление, расскажем в следующем сюжете. Коммунальщики завершают последние работы перед отопительным сезоном. Сейчас заканчивается ремонт на улице Гастелло. В Красноярске уже больше, чем на половине участков, окончены капитальные и текущие ремонты. В принципе, к концу недели степень готовности будет 100%, но работы будут продолжаться, потому что какие-то при запуске бывают порывы, какие-то работы, еще раз говорю, мы в 4-м квартале будем продолжать. Однозначно продолжим работать на улице Вавилова по Октябрьскому району. По улице Вавилова там смонтирована временная теплосеть, позволит нам работать и октябрь, и до середины ноября мы там закончим.
Готовят к отопительному сезону и ТЭЦы необходимые запасы топлива. В краевой столице на складах теплоисточников уже 811 тысяч тонн угля и 4,5 тысячи тонн мазута. Настраиваются к зиме и управляющие компании, которые в том числе меняют и промывают системы отопления. Готовность муниципалитетов к холодам на особом контроле у губернатора Михаила Катюкова. Сегодня он заслушал оперативные доклады территории, жители которых чаще жаловались на проблемы с ремонтом теплосетей. И одной из главных тем стало благоустройство после завершения работ. Здесь Михаил Катюков стал на сторону жителей, а главам поручил жестко контролировать сроки и качество работ по подготовке к отопительному сезону. Вы, коллеги, я ко всем обращаюсь. Вы не ждите, пока я вас буду спрашивать по этим вопросам. Но это же ваша прямая зона ответственности. Поддерживать порядок в городах, в райцентрах. Ну что же вы делаете-то, а? Обеспечиваете четко работу с подрядными организациями и с собственниками всей этой инфраструктуры. Срок проведения работ определите как положено. Качество контролируйте, восстанавливайте покрытие дорожное в том числе. В тройке лидеров по количеству жалоб оказался город Назарово, где в этом году значительно увеличили объемы обновления теплосетей. Сегодня 77 социальным учреждениям города подключили отопление, а с пятницы полностью начнут отопительный сезон. Гидравлические испытания, огромное количество порывов, которые невозможно учесть при планировании работы. И разброс этих порывов, карта города на тепловых сетях просто пестрит красными этими галочками. К 15 сентября обещают закончить ремонтные работы на всех основных тепломагистралях Красноярска, а на раскопанных участках займутся благоустройством. Ксения Гречихина, Павел Иваницкий, 7 канал. Вы смотрите новости 7 канала, наш телефон 2-900-333, мы продолжаем выпуск. Не стало легендарного телеведущего Александра Маслякова. Президент Международного союза «Клуб веселых и находчивых» скончался накануне на 83-м году жизни. Александр Васильевич работал на телевидении с 1964 года. Он занимался передачами «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», «Веселые ребята», «Алло, мы ищем таланты». Главным детищем Маслякова-старшего стал, конечно, КВН. Сегодня многие выпускники клуба выражают соболезнования, отмечая, что большинство юмористов в стране получили путевку в жизнь именно благодаря этой игре. Кроме высшей телевизионной лиги, в России есть десятки региональных. Сразу две из них в Красноярске – «Азия» и КВН на Енисей. Это больше, чем человек, это эпоха. Это человек, который создал игру и создал многих людей, которых мы видим сейчас на экране. Мы, конечно, тяжело все переживаем эту новость, но он оставил нам КВН, он оставил нам игру. Со всеми нами тихая грусть, а КВН останется в нашей жизни и продолжит помогать талантливым ребятам добиваться своей мечты. КВН Красноярского края – это большая команда. В нашем регионе около 4000 веселых и находчивых ребят и 20 лиг. Многие регионы страны берут пример с Красноярска. И это неудивительно. Каждый год в высших лигах есть наши команды, многие из них становятся известными на всю страну. Красноярск прославили команды «Левый берег», «Плохая компания», «Так-то». Последняя стала победителем высшей лиги КВН. Сами КВНщики говорят, что для них это не просто игра, а социальный лифт. Место сбежавшего Романа Гольбана в краевом парламенте займет директор военно-инженерного центра СФУ «Единорос» Евгений Гарин. Он набрал почти 54% голосов избирателей на довыборах, которые состоялись в это воскресенье. Всего в единый день голосования 8 сентября в нашем крае прошли 67 избирательных кампаний. Все они завершились убедительной победой кандидатов от «Единой России». Представители этой партии получили 375 мандатов, то есть более 80%. Так, в Абанском районном совете единороссы займут 24 места из 30. В Краснотуранском – 17 из 21, в Партизанском – 16 из 21. С большим отрывом второе и третье место разделили партии ЛДПР и КПРФ. Они получили по 16 мандатов. «Справедливая Россия» провела в депутаты 10 своих представителей, а «Новые люди» – лишь одного. Далее в двух словах расскажем о других заметных событиях. Красноярский свадебный кортеж перекрыл движение на улице Брянская. Гости праздника устроили фотосессию на проезжей части, пока за ними собиралась пробка. Но за весельем пришло наказание. Полицейским удалось установить личность одного из водителей, а его авто увезли на штрафстоянку. У мужчины нашли целый список нарушений – отсутствие водительских прав и страховки, а также тонировку на авто и создание помех на дороге.
Масляные пятна заметили на Енисее в эти выходные. Загрязнение нашли на реке в районе Октябрьского моста. Это уже традиционное место, где расплываются отходы. Остатки нефтепродуктов также текли и вдоль берега в микрорайоне Тихие Зори. О разливах нефтепродуктов сообщили министру экологии края Владимиру Чусовитину с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию. Опасные дыни привезли в Красноярск. Специалисты рассказали, что нашли в них дынных мух. Их опасаются во всем Евразийском экономическом союзе. Насекомые откладывают яйца под кожицу дыни, а личинки повреждают мякоть и семена, из-за чего они покрываются грибком и гниют. Всего проверили больше 21 тонны бахчевых. Результаты исследований показали, что часть плодов были заражены дынной мухой. Команда «Енисей СТМ» выиграла финальный матч турнира Кубка России по регби-2024. Сражались спортсмены на московской площадке со второй красноярской командой «Красный Яр». Это стало 150-м по счету дерби между красноярскими командами, а кубок – 10-м трофеем «Енисей СТМ». Итоговый счет игры стал 15-3. Тренер команды победителей рассказал, что спортсмены могли сыграть значительно лучше и добрать счет до 30 очков. И теперь информация о погоде. Во вторник, 10 сентября, в Красноярске облачно, без осадков, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью 4 градуса тепла, днем до плюс 10. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши Viber WhatsApp номер 8-391-2-900-333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. До встречи!